before. Thank God, it's still day. Let's get out of here. Oh God, no. No, 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 it's locked. I can't believe this. Hey, up there! Hello? Can you let us out of here? Hello? They can't hear us, I guess. Can you see any way to get this open? Итак, да, здравия желаю, братья и сестры, с вами, как всегда, TangerKane. Мы продолжаем проходить в Half-Life 2, эпизод 1, ремастер, точнее, фанатский ремастер, лично от меня, в который в основном входит в коллекцию основные моды, это 4К текстуры и M-мод, которые заметно, если кто забыл или не знает, делает игру более динамичной, более интересной и более проработанной, скажем так. Всем приятного просмотра. Напоминаю, что... Так, тут мне хватает вентиля. Да, напоминаю, что я записываю это в 4К. Что-то написано «Починь»? А что это значит-то? Вот ты где. That's it. See if the crank still works. Come on, Gordon, crank that thing. Да я чем занимаюсь, дорогуша? Okay, let's get to the train yard before the Citadel blows. Finally, fresh. Oh my God. Strider's really tore the hell out of this place. Tiny fracture at Black Mesa gave our enemies an opening which they were able to force ever wider as they poured. I've never been happier to see Dr. Kleiner. In addition to the completely xenopheric species, there are many modified post-human allies still remaining on Earth who will be doing to re-establish the supply if the larger forces. А, ёбаные дроны. Да иди нахуй. Да тебе не фотозвезда какая-то. Ну, наверняка. Ну, это... логично, естественно, конечно. Вижу. Отлично. Теперь у нас есть MP7. Модернизированная под нужды Альянса. Как же охуенно все это сделано все-таки. Я вот, честно говоря, не понимаю, нахер вот эти штуки придумали, двигающиеся стены. Нахер вот реально, какой в них смысл? Удрала, сука. Да уж, прицел по-дурацкому сделано тут. Ну,
Ты охренел? Кто это такой, чтобы самого Гордона Фримена бить по ебалу? Вот и все. Идем дальше. Так, я там слышу, кто-то есть. Ха! Лохи. Вот только так же... Да. Заодно поставили себе палки в колеса. На лестницу не забраться, потому что тут газ. Однако мы сможем туда допрыгнуть. Попробовать, во всяком случае... Нет, нужно поиграться с физикой, а для этого нам нужен противовес. Что-нибудь потяжелее, скажем так. Или не противовес даже, а просто подставка, чтобы он не падал. Вот и все. Делов-то. Правда, это немного портит реализм, типа такой... Кусок пластика нас выдержало сотню кило. Ну, примерно относительно 70 кило сам Гордон Фримен весит. И его костюм HEV. HEV. Предполагаю, что где-то, ну, не более 50 кило. Думаю, тоже весит. Угу. Не стреляй! Я тебе как покидаю сейчас. Снайпер. Ай. Я же уклонился. Блядь, пидорас. Надо это чаще уклоняться. Вообще голову лишний раз не поднимать. Без крайней необходимости. Да, блядь, не попал. Да, сука. На, ну наконец-то. О, грены. Чё дальше? Я же его снял уже. Забаговало, что ли? I wonder how things are outside the city.
Nice toss, Gordon. That sniper almost took my head off. Let me climb up and take a look at what we're walking into. Ну давай чё. Хотела быть полезной, вот и будь полезной. Uh-oh. They've got the street fortified up ahead. You run point, okay? I'll cover you from up here till you reach the far end. When the coast is clear, I'll catch up. Okay, looks like I can get that ladder down to you. Let me shoot out the latch. I might be a little rusty with this rifle. Nope, guess I'm not. Ну, побежали, сука. Хотя надо их, да, выманивать, Каликс. Тогда она прикроет. Кстати, у меня же есть дубинка. Я же про нее совсем забыл. Она, между прочим, по-моему, сильнее бьет. Только у нее замах просто дольше идет. Пусто. Я думал, она его не достанет уже. Вау! Ладно, легкий перелом. Ничего страшного. С кем не бывает, да. Да чё ты не попадаешь, блин? Ах ты, не успел протиснуться. Пошел ты. Получилось. Так, она побежала или что? Я ее не вижу. Блин, жаль, пулемета нет. Закрывай быстрее. Да закрывай, ну, чё ждёшь? There's no telling how much time we have left. It can't be that much farther to the train station. А всё? Glad that's over. Oh god. Looks like the reactor's back on track for a meltdown. That transmission's going out after all. Oh. I'd like to find another way around this building. But we really don't have time. Okay, let's get in. Come on.
Так, тут что-то подозрительно тихо. Точнее, в этой комнате. В этой зоне, одним словом. Гори, ублюдок. Берегись! О, АРК, отлично. Да, блядь, какие правила от диктаторов? От этих... Как их там? От оккупантов инопланетных. Ой, что? Он как будто об воздух взорвался, какого хера? Чё-то несправедливая хуйня. Так-то лучше уже. Короче, мы, народ, как демократичный, имеем полное право нарушать правила, скажем так, правила закона оккупантов, тем более иноземных. Ишь ты, блядь. Прилетели такие и сказали, теперь ваша земля наша. И вы, мол, обязаны, блядь, следовать нашим правилам. Да что там за шум такой? Ой. Ладно. Кстати. А или это не здесь было? Ну-ка, пойду-ка проверю. Вроде где-то должен здесь лежать кое-что интересненькое. А, нет, походу все-таки не здесь. Не здесь, да, к сожалению. Да как ты еще живой? Блять, я подорвал эти хуйнюшки. Сейчас только заметил. Надеюсь, за такое, блядь, меня не забанят. За упоминание даже невзначай. Да сдохни ты уже. Да ты сдохнешь, мразь. Ну, наконец-то. Да гнида, как ты попадаешь с такого расстояния? Не понял.
Меня что, выкинуло? Блядь. Да вы заебали, блядь. Да какого хрена, блядь? Что за тупор... Ай, блядь. Бомбит уже, сука. Вот и все, засранец. Какие же суки меткие. Вот так-то, козёл. Фу, блядь. Ну, как всегда. Это, с одной стороны, даже хорошо, что там закрыто, да. Угу. Да, на всю жизнь пригодятся. Пригодились Фримену. Не зря сюда поднимался. Так, микрофон подправил немного. Ну, конечно. Вот и все. Да всплывай уже. А, грёбаные бурнейклы. Интересно, этот труп они скушают или нет? Давайте проверим. Нет? Да ладно. Странно. Странная хуйня. Очень странная хуйня.
Фу, чуть не упал. Все? Ну, почти. А, свет же нужен, да? Что это за чинток? Странно играется. Ой, я тебя умоляю, если в постапокалипсисе, где пришельцы почти уничтожили весь род человеческий, я тебя уверяю, я тебя точно не оставлю. Точно не оставлю. Да уж. Так, аккуратнее. Блять. Вот, блядь, как всегда, как всегда. Да ладно. Ты, блядь, шутишь? Опа, гаусс-пушка. Арбалет. Что ж, для полной коллекции пушек... А, двух штук не хватает. Всего-то. Вот сейчас уже пригодится арбалет. Блядь, долбоёб! Куда ты, сука, в мину падаешь? Ой, что за... Да, что-то серия сегодня никак не идет по-нормальному. Нормальным, человеческим путем. Разумным, блядь. Ну ничего, хорошо, что прям здесь именно сохранился, как только мы вышли. На, нахуй. Да, отойди ты, блядь. На, сука. Блять. Стационар. Полетел. А, это свои. Доктор Фримен, я приду с вами. Мне кажется, от этого прицела смысла ноль. Еще и это зарядил РПГшкой. Ща начнется, блядь. Блядь, ну что, блядь, происходит вообще? Я не ебу, блядь. Обязательно об воздух куда-то, блин, эта граната гребаная стучит. Да уж. А, да, вон еще. Hey, over here!
here! Hey. What are you still doing here? Everyone should clear out of the city. The Combine's not making it easy. We're trying to get enough people together to force our way through to the train station. People are meeting up in a safe house nearby. Can you take us there? You bet. Let's go. This way. А, это у него родинка, что ли? Я думал, что с его лицом? Hey, you with me? Как раз. Hey, it's me. Open the door. What's the password? I'm not even gonna tell you to shut up. Come on in. Оригинально. Previously, certain protein chains important to the process of embryonic development were selectively prevented from forming. This is no longer the case. For those so inclined, now would be an excellent time for procreation. Which is to say, is in layman's Dr. terms, Kleiner it should really give serious consideration to doing your part for the revival of the species. We must make the most of the time we have, as it is by no means certain how much time we have secured ourselves before the Combine attempt to restore their dominion, as they certainly shall. Since this is, in fact, the first opportunity we have had to speak openly of the baleful influence of the Combine, there is much ground to cover. And in fact, I hope to institute a series of useful bulletins in the days ahead. However, for now we will have to content ourselves with some relatively meager exposition. You're right. We don't have time to watch TV. Еще и подгорели. Сучоныш. Лежать, сука. Блять. Да отвали ты от меня. Through science. Dr. Kleiner says we can mate now. Not that I needed his permission. What idiot put Kleiner in charge? Sometimes I think everybody's a doctor but me. Everything we do seems to make things worse. This was such a nice neighborhood, too. It used to be safer here. We're sitting ducks in here. Or maybe fish in a barrel. Anyway, it's not good. I hear it's a lot better out in the country. Все, они закончили. How about this weather? I don't miss Dr. Breen, but I do miss his show. Remember when he had the jugglers on? This is gonna sound crazy, but I kind of miss the Combine. Somehow I thought things would be better by now. We're all starving, and Kleiner's head crab's probably eating grade A head. They might call them crabs, but I tell you what, they don't taste like crab. Что-нибудь еще? How about this weather? Не, кажется, они, да, повторяются. Huh.
Алекс наверняка там пипец как распереживалась уже. Куда этот Фримен опять делся? Ладно, пошли дальше. Ну, типа. Так, минуточку. Продолжаем. Это такой шум от атомной лампы, что ли? Громковатая, однако. Круто, чё? Гордон, Алекс, I don't believe it. How the hell did you get out of the Citadel? We're not exactly sure. All I know is the Vortigaunts had something to do with it. But what about you, Barney? I'm doing okay, just going crazy trying to. They found us! Hell, Gordon, were you followed again? We stole some information from the Citadel on our way out. I don't know what it is yet, but it's important enough that they've been hounding us the whole way here. Well, that puts the pressure on. Look, we gotta get moving. You guys know about the evacuation trains, right? Yeah. Well, we've been planning to make a push on the train station. Now it looks like we're gonna have to cut a path through every chicken shit Metro cop who's having second thoughts about defending City 17. If Gordon and I took a separate route, we could draw the Combine away from you. That'd give you a chance to get the trains filled up before we get there. Really? Well, if you say so. Now, come here, look over here. Но это очень, прям пипец, как благородная миссия. Okay, across this bridge, over the rooftops, is a safe path to the station. You two head that way. I'll hit the streets and round up everyone who's been waiting. We'll meet you there. Sounds good. Let's go. Hey, Gordon, before you go. I was getting tired of carrying this around. Listen, I don't have many more of these, so try not to lose this one, okay? Да естественно, это же мое фирменное оружие. Come across, Gordon. She's waiting for you. You lucky dog, you. Подождите-ка, я хочу проверить настройки мода. Что-то, не знаю, слишком... слишком насыщенно все как-то выглядит. Ну, вроде отключено все. Да, она меня ждет, Барни. Мне повезло, да? Ты смотри, не свались. Да-да. Идем дальше. Черт. Штурмовик. Какой охотник это штурмовик? Ах ты! Тварь, вот тварь! А где он, кстати, я его не вижу? Все-таки ужалила тварь. Подходи. Ух ты ж, как меня отжарил. Ты
Да что ты вылезла? Хотя у меня мало шансов все равно было. Так, надо импульсная винтовка, АРКД. Их всех попробовать расстрелять. А у меня РПГшки нет, да? Конечно, промахнулся я. Тварь! Вот тварь! Damage.